А жизнь, да, техника хорошая пошла, все, на компьютеры пошли, все, ну, и такая жизнь, короче. А мне кажется, тем беднее человек живет, тем он, она краще и насыщенная вот эта, ну, вообще вот эта жизнь, когда человек бедно живет. А когда человек богато живет, ну, он как бы, ему все равно, ему... Да, даже памятник поставят, и то мало для него будет. Да и вообще, а вот который человек бедно живет, вот беднота, вот эта беднота, да, он мало все видит, ягодка, вот это, вот, тем беднее человек, мне кажется, тем она краще, чистее жизнь, и вообще она как кристалл, вот эта наша жизнь, вот бедная. А богатая, она мне, вот эта богатая, это, короче, знаете, что? Это крест для богатых, ну, могила. Они в этом мире как бы, ну, ничего не понимают. Для них что солнце светит, что не светит оно. Они по земле просто, они что, все время сыты. А человек, который нищий, он же, ему каждая эта травинка, вот это, и так далее. Короче, человек без техники, только руками он должен все создавать. Вот этот человек и есть чисто кристальный. А когда техника, это уже ожиревший такой человек уже, он ни к чему не нужен. И она ему жизнь неинтересна. Так что решайте сами. Я за бедноту.